Привет, ребята! Со мной все нормально, я никуда не пропал, не переживайте. Почему нет столь любимых вами скетчей? Дело в том, что я сейчас занят кое-чем очень большим проектом, и поэтому времени и сил просто не остается на скетчи. Что это из себя будет представлять в результате, то, что у меня получится, я не знаю. Когда я закончу делать то, что сейчас делаю, и снова начну пилить скетчи, точно не знаю, не меньше 2 недель, так что... Пока пересматривайте старые скетчи. Я давно вас об этом не просил, но пока вы можете порепостить какие-нибудь старые нравящиеся вам эпизоды Бродвей-шоу, чтобы как-то поддержать шоу на плаву просмотрами и подписчиками. Просто немного подождать. Я знаю, сейчас у многих ответственный период, экзамены, вступительные, экзамены в школе, первая любовь. Поэтому весеннее время лучше не сидеть в интернете, не смотреть скетчи старого психопата Эльдара Бродвея, лучше потратить их с пользой для своей жизни, для своего сердца, для своей души. Потому что весна — это самое подходящее время для этого. За это время кое-что появится на канале. Вы, конечно, не обижайтесь, но появится несколько рекламных видео. Ну, потому что мне тоже нужно зарабатывать все-таки на кусок хлеба. Прибыли единственные выжившие из Атлантиды. Проститутки, сиамские близнецы, альбиносы. Пусть ждут меня в вертолетном ангаре. Вот, поэтому ждите. Я тоже скорее, конечно, хочу вернуться к тому, чтобы делать скетчи. Нет. На самом деле, 2 года это очень много, 2500 скетчей это, ну вот, так много, что сейчас даже в интернете такое слово говорить нельзя, как это много. В общем, я постараюсь побыстрее довести до конца то, что делаю, и очень сильно порадовать вас в ближайшее время. Рок-н-ролл!